В Керчи частный предприниматель купил детской больнице, расположенной по улице Чкалова, современный аппарат УЗИ. На этом аппарате можно обследовать все внутренние органы. Пожалуйста, печень можно смотреть. Можно смотреть как акушерство, гинекологию, кардиологию, урологию, малые органы. Аппарат УЗИ удобен тем, что он портативный. В случае надобности он легко снимается со стойки и становится небольшим чемоданом, удобным для транспортировки. Во время презентации аппарата УЗИ частный предприниматель Видадин Мирадинаглы Курбанов передал медикам документы на оборудование. О том, этом аппарат Украина появился недавно, полгода назад. Мы договорились, что они будут доставлять нам, давно переговоры идти. Это аппарат сертифицирован в Украине, это лого сертифицирован. Мы документы сегодняшний день вручаем главного врача. Было озвучено, что руководитель керченской фирмы «Колфум Инвест» не только приобрел современное оборудование, но также за свой счет отремонтировал помещение, заказал кондиционер и мебель на 150 тысяч гривен. Эта фирма «Колфум Инвест» оплатила мебель, но мебели нет на складе и мебель не привезли. Поэтому спасибо от всех сотрудников детской больницы и от 20-тысячного населения. Спасибо. Видадин Курбанов сказал о том, что берет на себя все расходы по закупке материалов и обслуживания аппарата УЗИ. Все бесплатно. Таким образом, для всех детей Керчи УЗИ-диагностика в детской больнице будет бесплатной.